Всем привет, друзья, с вами Пейн, и добро пожаловать в мой мир. Я серьезно не знаю, откуда взялся этот эндермен, он только что прилетел, сам понятия не имею. Я его сюда не приводил, не приносил, только что, прямо перед тем, как я начал съемку, он прилетел в мой дом. Просто так. Я не знаю. Он мне посадил цветочек. Братан. Спасибо. Но ты умрешь. Поэтому, прости. А цветок прикольный. Кстати, по-моему, цветки же нельзя сажать. Сажать в... как бы, в доски. А он смог, потому что эндермен. Ну и где ты? Кусок говна. Где ты за стеночкой? Я чуть кота своего не шмякнул за тебя. У него всего там хп. 10. Так, ну ладно. Мы продолжаем. У меня пол сердечка, да? Вы все заметили? Это не есть хорошо абсолютно. Крипер возле двери, это вообще нехорошо. У меня пол сердечка, это просто ужасно. Что у меня там с... О боже, так у меня броня-то вся покоцанная. Так, ну во-первых... Крипер пошел гулять отсюда. Так, берем верстак. Что нам нужно? Нам нужно поджечь портал, во-первых, и во-вторых, немножко задекорировать нашу кухню. Ну, там очень вход такой. А, я уже сделал, да, точно. Ладно. И переплавить железки. О, у меня есть, кстати, лук. Хорошо. Значит, это все, что не берем с собой, оставляем. А, ну, лопата нам пригодится. Не железно пригодится. Так, это оставляем. Ноги я оставлю, я их там одену, потому что, ну, а зачем я их выбил в таком случае? Так, ладно, это я переплавлять. Покладу. Покладу, да, вот такое вот слово классное, покладу. Так. Делаем себе голову. Да и все, пока не думаю, что там будет так сложно, я же не иду сейчас с самим драконом драться, а так чисто. Заглянуть на чаек, чтоб, что я, что я, рарар. Так, вот это оставляем, 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 оставляем. А, ну мне надо немного земли. Совсем. Совсем малость. Так, ага, ага, ага. Ну. А, ну вот. Ага, ага, ага. Отлично. Где, 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 где? Ага, ага, ага. Ну, вот так получше, в любом случае. Доминик, что ты думаешь по этому поводу? А? Почему, почему цветок выпал из досок? Что за страновщина? Два яйца. Хорошо. Так, ну ладно, я думаю, мы можем уходить отсюда. А, точно, мне же надо сделать. Ага, да-да-да-да-да. Да-да-да. Кремень где? Угу, кремень, да. Все, отлично. Делаем. О боже, извиняюсь. Пардон, пардон, тысячи извинений. Я не ожидал этого. Обсидиан, розу, все это вместо гриба, гриб мне. Так, ни то, ни другое не нужно, в принципе. Так, ну, не знаю, пригодится, может быть. Так, ну все, можно, в принципе. А, еда, точно, что я. Совсем, совсем забыл. Еда, 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 еда. 5 штук жареной свинины. Поехали! Новое достижение в самое пекло. Еее. Это про меня. Загрузка мира. Ага. Все, все, я понял, секунду. Так, вот и вот, 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 вот. Вот так-то. Что я только что подождал, пока все прогрузится, и он опять мне голову будет выносить. Так, отлично, ладно, пока. ФП! С! Я двигаться не могу, что ли? А, это из-за прогрузки? Я ж подождал. Ну, я двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Ладно, добудем глоустоуна пока. Чем же он добывается там? Лопатой? Топором? Или чем? Вроде всем одинаково. Как, ну, в общем, я добуду его вот этими штуками. Да, штуками. Так, что мне там нужно по достижениям-то? Я точно помню, что мне... Там 70% достижений, которые я не сделал, они здесь. Они именно в подземном мире.
Так. Сейчас, секунду, чекнем достижение. Что у нас? Рыба. Ну, это не то. Вот. Пламенный привет. Добыть стержень нефрита. Это срочно мне нужно сделать. Но для этого мне нужно найти замок. Что тут еще? Слеза Гаста. Ну, это ясно все. Ну, нанести 8. Ну, это зачарю потом. Разберемся. Стук колес. Это легко. Снайперский бой. Это я сделаю. Жаль, что свиньи летают. Тоже сделаю. Ну, в общем... Нужно убить Гаста, нужно... Чтоб ФПС не проседал! Что за просто бред какой-то? Я ж стоял, даже ждал, пока прогрузится. Давай, давай. Я немножко кварца добуду. Вы уж не серчайте за то, что я стою, копаю. Никакого экшена. Так, Так, ну мне нужен либо замок, либо гаст. Давайте. Давайте, 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 ребят. Ищите мне замок или гаст. Гаст или замок. Замогаст. Привет, с вами. А, ему же можно в лицо смотреть. Да, я что-то путаю. Что это? Гравий. Гравий — это ничего интересного. Ну, давайте. Выходи на бой честной. ФПС лагает, блин. Что такое? Сейчас, секунду. Так, окей, я вроде починил. Ну, я надеюсь, по крайней мере. FPS 40 стабильный, 50, вот. Все должно быть нормально. Для человеческого глаза 30. Самое то. Поэтому все должно быть... Блин, мне очень нравятся блоки из кварца. Из них можно сделать, ну, много интересных вещей. О боже, FPS! Не обращайте внимания, в общем. Давайте закроем мне глаза и сделаем вид, что этого не было. А, на него можно смотреть. Блин, я вот опять загоняюсь по поводу, ну, как по эндерменам, как бы. Боюсь смотреть в лицо свинозомби, типа, о, они набросятся на меня. Нет, их бить нельзя, на них можно смотреть. Гаст? Гаст, да-да-да. Я слышу тебя, сынуля. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Съехал, поймал. Попал. Ты еще, вон, он утонул, да? Я правильно понимаю? Ну только не это. Раньше была такая дерзкая реклама Mountain Dew. Я не помню слова, но она была очень крутая. Потом съехал, поймал. Я слышу тебя. Потому что я плакса. О, газ. Привет. Я уже убил одного. Мне нужны твои слезки. Стоп. Или по достижению они не нужны. Убить Гаста его же фаерболом. А, то есть, по идее, мне слезы... А, ну все тогда. Мне нужен эфрит отсюда. И... Ну и все. И можно уходить, по-моему. Да, мне надо нафармить эфрит для глаз. Для того, чтобы найти портал. Ну, желательно бы не один, потому что мало ли чего. Ну что, Гаст? Выходи на бой честной. Отпинаю тебя, кусок говна. Как так-то? Давай. Да... Что за... Ну давай, иди сюда, ты! А ну-ка! Ты ж... Эвейт, мастер! О боже! О боже! О боже! Они изнасилуют меня... Куда захотят. Да что я не могу попасть-то? Ап! 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 Ладно, все, ладно, ладно, ладно. Не буду... Слишком много на себя брать. Давай. О, отличное, отличное положение. Давай. Да что ты такой? Лафара. Ну. Ну что такое? Давай, давай. Да я тебя... Слука, сын. У меня стрел с собой нет. Вы просто не поверите в это. Я не взял с собой стрел. Я супер... Супер... Крутой бомж. На-ха! Они меня убьют сейчас вдвоем, зажали. Педики! Ладно, все, ухожу, ухожу. Ты сын! Ох ты сын! Ох ты сын! Ну давай! Ну где твой фаербол? Давай, фаербол, фаербол, фаербол! Ты кусок!
наход! Ну ты куда идешь там? Я вытыкать тебя стою, а ты тут еще мне устраиваешь цирк! Ох ты! Ну давай! А, ладно, короче, сам разбирайся с этим дерьмом. Я пошел в замок, все. Ты как хочешь, я пошел в замок. Понял, понял, понял! Надеюсь, что да. Так, ладно. Какие-то они, не знаю, не хотят они сотрудничать, в общем, совсем со мной. Куски, каках. Да у меня 5 FPS, да ну не 5 FPS, а 5 FPS я сказал. Я сказал. Ужас, ребята, ужас. 8 ядер. 8 ядер, зачем я себя купил-то, эй? Кусок нанотехнологичного говна. Майнкрафт не победить. А прыжком до максимума. Battlefield на максах записываю. Все, 60 FPS стабильно. Майнкрафт просто вымораживает мой компьютер. Просто... О, боже. Майнкрафт убийца. Убийца всего. Ребят, я не знаю, я все вырубил. Ну как все вырубил? Все, что грузит ЦП. Более или менее. И эта серия будет просто... О, боже мой, мне... О! Так, ладно. Будем копать вниз. Я знаю, что так нельзя делать. Но я люблю рисковать. Вы тоже любите? Так, аккуратно. Нам нужен спавнер эфрита. Вот! Он где-то здесь. Он где-то здесь. Точно! Он где-то здесь. Я помню это. Так, надо поесть. Фу, главное случайно не ударить вина зомби. О, скелеты! Скелеты! Это же эти! А вот и ты! А вот и ты! Кусок говна. Вылезай. Куда? Эй, что ты там метаешь? И почему я не вижу материи? Что это с ним? Он умер? Воу, воу! Нет! What the fuck? Это вообще что? О, боже. Главное, чтобы вещи не сгорели. Ребята, это просто какой-то... Херня, как просто какой-то херня. Deathpoint! Он что, телепортируется? Слушайте, я, по-моему, не все знаю. Кстати, FPS, по-моему, перестал проседать. А, ну да, на, конечно. Угу. Размечтался. Илюша мечтатель сегодня. Мечтает FPS. Нет, ну, Нижний мир... Я понимаю, конечно, здесь много грузит, но... Я же выключил шейдеры. В чем проблема? Вообще не понимаю. По-моему, ее быть не должно. И как? И что? И чего? Отлично. Угу. Да-да-да. Меня Блейз поимел. Я кусок. Каках. Я знаю, что против него есть какая-то тактика боя. Ну, то есть там надо как-то... Ну, против всех, в принципе, есть тактика боя. Ну вот. Но я не знаю, какая. Ну, теперь я знаю, что он телепортируется. Да, я буду на чеку. Как с Эндерменом буду оборачиваться и беречь попу. Так, я умер где-то вон там. Угу, угу, по вырову. Пока Блейз не видит. Ага, не видит он. Не-не-не-не-не! Я без брони, шутишь? Так, тихо. 33 метра. Если я прыгну... Ну да, если я прыгну, мне конец. Не, ну с 20 блоков прыгать, это, конечно, идея даже звучит не очень. Прыгну-ка я с 20 метров вниз. Авось повезет. Но такого не бывает. О, боже мой. Если сейчас там нет вещей, то я просто... Еще и газ плачет, я слышу. Газ сейчас мне все. Сейчас мне все напомнит. Газ. Пигаст. Как пройти? Ну это на 5 лет занятие. Рукой долбить.
Ну, знаешь, что тут могу не долбить, я мог прыгнуть, но я очень боюсь. Поэтому не буду. Да, супер экшеновая серия вышла. Угу, да, просто отлично все у меня. Я супер про, мастер. Прохожу за 5 минут. Я надеюсь, что хотя бы вещи смогу вернуть, это просто ужас. 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 Гасты плачут, солнышко блестит. Фу, свинозомби, я рад, что вы меня не будете насиловать. Ну нет, лава, что ты делаешь, ахаха, это не смешно. В общем, увидимся в следующей серии. Я возьму вещи, надеюсь. И... Ну, в общем, я не хочу вас мучить этим всем. Поэтому до следующей серии, ребят. В следующей серии я обязательно все сделаю. А точнее, убью ифритов. Я подготовлюсь. И обязательно все сделаем. И пойдем уже готовиться к бою с драконом. В крае. И к прохождению всей игры. Да. Вот такие у меня грандиозные планы. Наполеоновские, я бы даже сказал. А если вам понравилось это видео, можете подписаться на канал, ставить комментарий, поставить лайк. Всем удачи, друзья, всего хорошего и пока!